Приветствую вас. Проблема, как мне видится, связана с тем, что у вас слишком большая мотивация. Вот прям, знаете, слишком большая мотивация. Значит, с девушкой взаимодействовать. То есть она вам нравится? Это правда. Это так. Она вам нравится. Да. Но вы по некой причине завязываете на ней слишком много. Вот, знаете, и если вы завязываете на ней слишком много, то есть для вас от нее зависит слишком много, то возникает страх. Как естественная реакция на защиту. То есть вы защищаетесь, ваша, условно говоря, подсознание вас защищает, и, соответственно, возникает такая вот история, такая ситуация. Это важно понимать. Это важно понимать, потому что есть в этом ключе средства, которые помогут вам снизить значимость для вас девушки, разгрузить сверхмотивацию, которая сейчас имеет место быть, вот. И, соответственно, которая даст вам возможность более свободно себя чувствовать. Вот. То есть, как бы, чувствовать себя более раскованно, более естественно, вот, и так далее. То есть это вот то, что вам нужно делать. Дальше, что мне делать, да, чтобы что, цель какая? Я не могу преодолеть страх, его не надо преодолевать, его нужно раскрывать. Над ним стоят ваши желания, к девочке отношения не имеющие. Как мне быть? Ну, опять же, тоже вопрос, чтобы что. Вот. То есть, по факту, еще раз повторяю, ваша проблема — это проблема сверхмотивации. Если мы выясним структуру мотивации, разгрузим ее, то девочка перестанет для вас значить так много, как сейчас, и вы сможете чувствовать себя более свободно. Для этого нужна индивидуальная работа, так что выбирайте себе психолога и начинайте, так сказать, двигаться в этом направлении. Может быть, в процессе выявятся еще некоторые проблемы, которые проработав тоже, вы сможете себя почувствовать еще лучше. На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделайте его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.